Привет, меня зовут Джо, и я работаю официантом. Сегодня расскажу вам, почему я работаю именно в этой зеленой кофейне. Заодно увидите один день из моего рабочего дня. Оказавшись в нашей кофейне, вы почувствуете атмосферу природы. С одной стороны, живые растения и дорогие, с другой стороны, водопад. Хоть так увидел водопад в своей жизни. Пока я тут расхаживаю по кофейне, мусор сам себя не вынесет. Занимаемся этим тоже мы. К переработке мусора мы также относимся тщательно. Сортируем пластик и стекло отдельно. Также мы стараемся не использовать салфетки и обходиться сушилкой. Ну все, пойдемте на кухню. Кстати, тут вы можете заметить, что у нас нет пластиковых бутылок, только стеклянные или бумажные. Мы уменьшаем потребление воды с помощью посудомоечной машины. Наконец-то кто-то за нас посуду моет. Дальше забираю заказ на доставку в алюминиевых контейнерах, а это наш повар-красавчик. Могу скинуть его номер. Упакуем наш заказ в специальный крафтовый пакет, дополняем нашими бумажными трубочками. Ну все, ваш заказ готов. Приятного аппетита!